Привет, мои дорогие ребята, наконец-то пожру. Мы сегодня убрались. Но я так сегодня лентяничаю. Время. Я еще первый раз ем. Время уже темнеет на улице, представляете? Но я быстро уже думаю, не хочу пока ничего в влоге записывать. Ну, прям вот, ну, бывает, сами знаете, да, но и отдыхать нужно когда-то. Все завтра. Зато у нас сегодня все чисто, все хорошо. Сейчас вот просто буду вот стирать белье там. И вот супчику рыбного сготовила, естественно, с майонезиком. И знаете, как хочу булочек с маслицем. Лучок. Я сегодня в магазин не хожу. Сегодня готовим из того, что есть. В общем, у меня была банка консервов. Я сварила суп. Покупала яблоки. Поставила насыпной пирог. Не знаю, как получится. В общем, все у меня было дома. С яблоком. Жарится, парится, варится. Ну, вот побоялась пересолить, но, естественно, не досолила. Он еще горячий. Привыкаю. Когда жуешь, не разговаривать. Давайте. Ну, если получится насыпной пирог, я вам просто скажу, там быстро, легко делать. Я уже как-то делала, у меня такой пушистый, такой красивый получился. Нашла. Юля теряет котенка. Котенок прячется, вот она ходит. Орёт, найдет его, посидит, потом опять уйдет, потом потерял, он куда-нибудь убежит, спрячется. О, у меня весело. Это видео выйдет в воскресенье. В Одноклассниках нас 1000. Спасибо, кто меня поддержал. Сегодня я все дела переделал. И поэтому надо завтра это отметить. На стриме чем? Не знаю еще чем. Мороженым. Или купить безалкогольного пива себе с рыбкой. Посмотрим. Ну вот я не досолила. Ну как не досолю. В общем, это у меня первый. Уже темнеет, а я только первый раз ем. У меня получается. Ну я не специально там, нет. У меня получается как интуитивное голодание. Когда хочу, так зажру. Микрофон нашла. Сварила картошки, вчера я сожрала. И винегрет. В общем, не знаю, может завтра нарубаю, у меня все в холодильнике. Захочу, сегодня нарубаю. Ну, сегодня влоги прям вот записывать будем. Лень, и мне еще надо посчитать. Ну, а с другой стороны, вот сколько, 23-го начала, сегодня 27-е. Сколько у меня там денег осталось? Сегодня день экономии. Ну, я складываю чеки. Ну, все в кошельке видно будет. Честно, прихожу уже вечером, поздно. Прям ничего не хочется. Только поесть, вот, да, вроде как бы видео записать. А уже никаких обзоров не надо.
немного. Хлеб хотел, Наташа. Ну как бы хлебушек суп? Ну ладно, суп можно. Да? Хотя бы он можно. Вообще хлеб не ем. Как мне нравятся некоторые. Я хлеб не ем, не ем. Ну только если я на бутерброд. Я вообще худею, но не ем хлеб. Ну, если только на бутербродах. А бутерброд, как я похудею? Для похудения прям, да? И с маслицем, и с маслицем. Ой, вообще. Прям ем и худею, ем и худею. Стройнее на глазах. После 6 нельзя, после 9 можно. Рыба хорошая. Ну уж я не стала. Снимать, как готовлю суп, ну что, картошку почистила. Лучку. Все забросила. Закипела, пенку сняла, кинула рыбки. И у меня еще оставался прям, я как-то укроп покупала и говорила, он у меня высох. Я его сохранила, вот и перчик черненького. Рыбки и варила, пока не сварила. Резку прям ложечку, ну прям вот маленькую ложечку. Щепотку. Ну вот, а про хлеб с супом, смотрите, я, допустим, ем суп один, да? Ну, если где-то не на отдыхе, бывает, что идешь в столовую, суп второй там, да, покупаешь. А я второй не ем, поэтому я ем суп с хлебом. Это компенсирует. Ну все, я хлеб наелась. Вкусненько было. Хлеб купил, ну, хватит. В общем, у меня сегодня вообще сплошная экономия. Вообще. Юль, я вам все налила. Суп с хлеб, суп только сварила. А второй у меня еще есть гречка. Ну, если захочу, гречка есть с печенкой. Захочу, винегрет нарежу. Как говорится, нарубаю. По-моему, в Смарте покупала. Скумбрию Доброход фирма. Прям рыбка к рыбке. И вообще за консервами надо ходить в Смарт. Только я все никак не дойду. Я уже наелся. Пирог мой готов. Кто-то мне там в Телеграм написал. Присоединяйтесь в мою группу в Телеграм. Все, остатки сладкие, но оставим на завтра. В общем, я всех обняла. На завтра, говорю, оставим, не больше не хочу. Я всех обняла. Чмоки-чмоки, пока-пока, ваша Наташа. Конечно, я же вам пирожок покажу, как получилось. Ну, не сейчас, не сейчас. Попозже.